Привет всем, ребят, у нас сегодня на обзоре пятнашечка вот такая. Машина заглохла, ехала и все. В чем причина, пока не знаем, будем разбираться. Пришел вот мастер. Привет. Ничего снимаю. Будем выяснять причину. Ремень гремпорвенный, за 15 минут сделаю. Ой. Мастер сразу сказал, говорит, даже не глядя. Хотя мы снимали, смотрели, грем вроде на месте. Говорит, вам надо машину делать? Я говорю, да, надо. Все, говорит, 1500, все будет машина работать. Да. За 15 минут. За 15 минут вся работа. Вот, ребята, оперативная работа началась. Уже поддонкратили. Сейчас колесо, похоже, снимут, да? Ребята знают свое дело, уже знают, кто что, куда лезть, где что откручивать. Чем фишка хороша в сервисах, то, что есть свой магазин. Можно купить сразу запчасть, которая нужна будет. Ребят, смотрите, он на месте стоит, ремень ГРМ, но он, говорит, все равно, говорит, порванный. Зубы слетели, говорит, все, ну, зубы сожрало. Вот, зубьев нету. О. Ребят, так что не показатель, если вы открыли клапанную крышку ГРМ, то что все на месте. Ребят, вот, все, установили, как обещали, 15 минут. В принципе, я думаю, по-моему, даже быстрее получилось. Заводим машину. Ребят, в итоге вот как-то так, все работает. Кому была информация полезна, ставьте лайки, кому нет, без лайки. Подписывайтесь на канал, всем пока.